А перед просмотром я хотел вас попросить зайти на канал Джон и также подписаться. На его канале ты сможешь найти различные летсплеи по таким играм, как Super Meat Boy, Don't Starve и также Banished. И в данный момент на его канале проходит конкурс на одну лицензию Майнкрафта. Вы можете зайти, участвовать и попытаться ее выиграть. Ссылка на него в описании, и всем приятного просмотра. Всем привет! А перед просмотром я хотел бы вас попросить поставить большой палец вверх и прокомментировать видео. Чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия и тем будет лучше. Ребята, вы себе даже не можете представить, как один лайк или положительный комментарий может повлиять на меня, дав мне больше силы, больше энергии, улучшенное настроение для того, чтобы записать новое видео как можно быстрее, записать его для вас, выложить его как можно быстрее, потому что я для вас стараюсь. И за это, ребята, надеюсь, что вы также будете мне выделять помощь, тем самым ставить лайки, комментировать, делать меня более энергичным, радовать меня, давать мне настроение. И я буду больше стараться для вас, потому что я буду знать, что вам это нравится, вы хотите больше серий и вы хотите продолжения, ребята. Я надеюсь на вашу поддержку и всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, это у нас вроде 140-я серия, то есть, ребята, конец сезона уже, можно сказать, близко, потому что нам осталось еще прокачать, если я правильно считал, 6 команд. Но перед тем, как идти что-то прокачивать, что-то делать, я, ребята, сделаю машину для клонирования Мьюту, потому что я говорил, когда мы прокачаем первую команду в 5-м боксе, возьмем вторую команду, то мы пока что ее не будем качать, а сделаем машину для клонирования, ну, для клонирования Мью в Мьюту. Так, давайте сначала продадим, что тут мы можем. Это давайте, этот камень, огненный камень нам уже, в принципе, не пригодится, мне так кажется. Это давайте сюда. Мунбол. Это Санстон. Ну, в принципе, я не знаю. Фастбол давайте еще продадим. Фастбол. И, в принципе, все. Пускай это все остальное останется. Может, потом еще пригодится, фиг его знает, камни эволюции. Может, там еще есть какие-то покемоны, которых нужно будет эволюционировать. Так, ну что, ребята, в этой серии мы сделаем себе машину для клонирования Мьюту. Ну, для клонирования, да, для Мью, но не будем делать Мьюту, а сделаем, наверное, в следующей серии. А то я не в курсе, сможем ли, успеем ли мы, точнее. Так. Клон машин. Так. Фу, ну давайте первую часть зеленую сделаем. Фосил машин. Нам нужно сначала две фосил машины, ребята, сделать. Фосил машина делается... Ух, охренеть. Так. Сейчас. Сначала давайте вот это. 5. Ну, 10. 10 алюминия и 5. Нет. Сейчас. Ох, ребята. А то, что есть ли у нас алюминий? Есть, ху. А то я помню, я вроде стак или сколько там продал, потому что нам нужно было это продать. Давайте сразу 2 возьмем, давайте сразу... А, золото у нас есть. А, то, что я, ребята, помню... Алюминий мы же продавали. Так, сначала, ребята, перед тем, как идти что-то делать, давайте возьмем... А, нет, у нас есть вот это. 1, 2, 3, ведерко себе сделаем. Так, и вот так. Потопали, ребята, там как раз я лаву вижу. Тут возьмем водички. И пошли, ребята. Фух, так, да, вот сюда. Нужно... О, я и забыл, что тут у нас спуск есть. Я уже сделал его давно. Ну как, не прям давно, да, под конец сезона я решил спуск сделать и, в принципе, весь город сделать. Так. Потопли, ребята. Сейчас возьмем лаву, сделаем в этой серии машину. В следующей серии уже сделаем себе Мьюту. И потом нам останется, ребята, только всех прокачивать. Как можно быстрее заканчивать этот сезон и начинать новый сезон. Что, в принципе, мне кажется, не так уж и долго осталось. Так, отлично. Вот там я и так лаву слышу снизу.
А, ну обсидиан, она же быстро копается, потому что у нас кирка нормальная. А сколько нам нужно? Ча... 3, 6. Так, давайте сначала посчитаем, ребята. Тут нам не нужно, тут нам не нужно, тут нам не нужно, тут нам нужно. То есть уже 2 обсидиана. Да? Уже 2 обсидиана. Тут. Тут 3 обсидиана, то есть 5 обсидианов уже получается. Тут еще 3, то есть 8 получается. И тут еще 6. 14. Ну давайте. В принципе, ребята, это не так уж и долго. Смотрите, у нас кирка нормально так зачаренная. Уже у нас 6 есть. Поэтому не так уж и долго это все делать. Точнее, недолго так и добывать этот обсидиан. У нас уже 10 штук есть. 10, 11, 12, 13, 14. Это выкинем. Что еще можно выкинуть? Яички можно выкинуть. Это можно выкинуть туда. И вроде все, да? Отлично. Потопали. Потопали, потопали. Точнее, быстренько тпкнулись домой, чтобы не тянуть вот это все. А, сейчас, что нам еще нужно? Алюминий есть. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. То все есть. Точно, что нам нужно? Нам нужно сначала вот этот алюминий весь переделать. Ну, давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте... Ну, 30 штук переделаю. Нет. Давайте 23 пускай будет. Так, вот сюда. Это, ребята, тоже все быстро. Вот, один есть. И плюс к тому, что он сам нам забирается в инвентарь. То есть это быстро. Не нужно уже поднимать. Так, ну что, 20 штук еще осталось. Быстренько мы это все, ребята, переделаем. Так, ща. Ребята, напишите, кто знает, в комментариях, как сделать мету, потому что я, если честно, не помню, как мы ее в прошлом сезоне сделали, в том смысле, там же нужно запихивать три блока, то есть железный, алмазный и, ну, и золотой, но я не помню, в какой последовательности, потому что если неправильно запихнешь, то тогда получится не мету, а дитто. Поэтому, ребята, я уже не помню, как мы это делали. Нужно это все будет посмотреть потом. Или вспомнить, или если вы напишите. Ребята, то, что вы там писали в предыдущей серии, какого стартовика вы хотите видеть в новом сезоне, ребята, это еще ничего не значит, потому что я сказал, что... что потом... Да, поставься ты. Что потом в группе ВКонтакте я сделаю... опрос, и там вы сможете проголосовать, за какого стартовика вы хотите, что, ну, какой стартовик, какого стартовика, во, вы хотите видеть в новом сезоне. Если честно, мне кажется, что будет лучше всего это водный, потому что у нас был Чермиллион раза три подряд в сезонах, потом у нас был, в этом сезоне у нас вроде Чимчар был, да, ну, конечно, еще там не хватает, например, для... Вот этих огненных не хватает еще и Торчика, не хватает еще и Тепига, но все же, то есть у нас уже были вот эти огненные, поэтому я думаю, что сейчас будет нормально взять водного. Ну, конечно, можно и вот этого, можно и травяного, но мне почему-то хочется водного. Например, ребята, водный. Давайте просто тоже нужно выбирать нормального водного, то есть... Ашавота, да, мы можем взять Ашавота, Ашавот, в принципе, прикольный, и он, ну, прикольный, да, то есть можно с ним будет поиграть. Но сама суть, ребята, того, что если мы возьмем Ашавота, то его очень легко найти, в том смысле, что мы пойдем на любой остров где-то в море, и мы, ребята, его уже найдем, потому что Ашавотов много, и, по сути дела, мы возьмем того стартовика, которого, ну, много, то есть мы его можем найти потом в любой момент. Поэтому, ребята, если честно, не вижу большого смысла брать Ашавота. Того же и Сквиртла, ребята. Если мы возьмем Сквиртла, то у нас так же, как и Ашавота. Мы пойдем куда-то на какой-то остров и сразу же найдем там Сквиртла. И все. Поэтому я не знаю, ребята. Может, не Ашавота, не Сквиртла. Например, самый редкий, мне кажется, Маткип. И он, в принципе, очень сильный. Потому что с Маткипом мы сможем...
Ну, он и водный, да, и плюс к тому он сможет изучить Эртквика. С Эртквиком он просто нереально сильный будет. Но Маткип, типа, Маткипа тоже сложно найти, поэтому, ребята, я поэтому и хочу взять Маткипа, потому что его потом будет сложно найти, мне так кажется. А, точно, еще Синдаквилла забыл огненного, то, что он есть. А, то, что Маткипа, ребята, потом сложно будет найти, и поэтому я думаю, что его будет нормально взять на начале сезона. Но более того, ребята, более того, я, наверное, возьму, ну, это не я, наверное, возьму, то есть, это мое пред... Только не говорите, что у нас нет. Сколько там нужно? У нас 11 штук есть. Нет, не могло быть там 12. Нет, точно 11. Так, давайте я сначала вот это все нафиг разложу. Вот сюда хотя бы вот столько. 3 штуки. Ай, да дай сюда. Вот зараза. Так. Пиплоп тоже нормальный, в принципе, мне так кажется, потому что, по сути дела, ребята, по сути дела, то, что у него тоже потом будет, ну, на финальной его эволюции, ему тоже вроде можно будет изучить Earthquake, поэтому Пиплоп тоже, в принципе, нормальный. Плюс, ну, плюс к тому, что Маткип у нас водный земляной, то Пиплоп у нас водный и металлический, что, в принципе, тоже нормально для кача. Поэтому, ребята, я склоняюсь к Пиплопу или к Маткипу. Но, ребята, я говорю, вы потом сможете проголосовать в группе ВКонтакте и решить, какого стартовика вы хотите видеть в новом сезоне. Так, ну что, ребята. Одна есть. Точнее, нам еще нужно вот так. Потопли, ребята. Нам еще нужно 3 штучки взять. А это у нас тут есть вода. Че я хожу куда-то, да? Вот так. Потопли. Мы пока что, ребята, делаем фосил машины. То есть нужно... Точнее, не фосил машины, а части для фосил машин. Потому что их там тоже нормально нужно. Так, вот так. Где еще одно ведро? Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Отлично. Фу. Так. Две части у нас есть. Нижняя часть. Нижняя часть это у нас просто вот так и вот так. Нижняя часть у нас есть. И потом финальная часть это у нас вроде вот так, да? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Да. Фу. Ребята, делаем сейчас машинки. Так, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Готово. Две фосил машины у нас есть. То есть уже какие-то части клон машины тоже у нас есть. Отлично. Сейчас... Первая часть клон машины. Нам нужно два. Понятно. Так, это сюда. Это сюда. Это сюда, сюда. Сюда вот так. Да? Да. Отлично. Тогда нам еще, ребята, три алюминия нужно. Сейчас мы быстренько это сделаем. Ай, да. Куда я что поставил? Так, вот. Другая часть вроде точно так же делается, только кроме изумруда, вместо изумруда, не кроме изумруда, нам нужно золото, да? Но золото у нас есть. Так, давайте это сюда, это сюда, это сюда, сюда и вот сюда. Замечательно. А вот это вроде вот так. Да, фу, вспомнил, как это делается. Сейчас это сюда, вот крафт капут, это сюда. Частицами, да, крафтить. Ну, зато, ребята, мы уже это справились и сделали себе клон машину. Я не знаю, куда ее можно поставить. Дайте на улицу. Где-то мы тут мюту сделаем. Давайте, знаете, куда? Если у нас тут какое-то место, вот тут, возле портала. Вот тут красивый такой лес получился. Вообще. Вот так, если смотреть. Прикольный. Если у нас тут где-то место сзади портала, в принципе, тут тоже лес, трава, поэтому нет. Фу, да. Нужно какое-то более-менее нормальное место найти, чтобы сделать потом мюту. Да где бы тебя запихнуть? Ну давайте, ребята, перед тем, как запихнуть куда-то клон-машину, соберем
тростник, чтобы потом сделать себе нормальное количество раркений, чтобы прокачивать команду. Потому что, как мы, ребята, договаривались, как я сразу же установил немного тупые правила на начале сезона, то, что легендарные у нас должны быть тоже в команде, но легендарные не прокачивать до 60 уровня, потому что легендарные сразу же с 70 уровня, а легендарных прокачивать до 100 уровня, поэтому, ребята, нам еще потом легендарных будет прокачивать. Может, мы пару уровней прокачаем на Блиссе, потом я буду ставить, поменяю спан Блиссе с 30-60 уровня на 100 уровень, поэтому мы немного прокачаемся на Блиссе, и нам нужно будет сделать нормальное количество раркинди, чтобы себе... Ну, чтобы прокачать легендарных, да? Так, покушаем. Так, машину. Куда тебе поставить? Ну, пускай будет вот так. То есть тут возле вот этого сойдет. А они вроде машину переделали, мне так кажется. Ну вот, ребята, смотрите, сюда мы ставим Мью. Потом три блока нам нужно, и тут у нас появляется или Дитто, или Мьюту потом тут выращивается. Я вроде, не вроде, а я уверен, что они как-то поменяли машину, потому что раньше не такая клон-машина была, она и хуже была. Сейчас они прям ее так охрененно как-то сделали, если честно. Хм. На карте она не показывается. Вот тут. Или вот она пока. Фиг его знает, да дай пофиг, если честно. Показывается, не показывается. Так, отлично. Фусил машина у нас уже есть, ребята. Напишите в комментариях, как сделать мьюту, то есть какие блоки там нужно по очереди ставить, потому что, если честно, не помню. Не помню. Или вроде обычные, то есть железный, золотой или алмазный, но тоже есть шанс, что получится дито, поэтому я, ребята, не помню. Так, давайте возьмем Эдквик. Штук еще 5, пускай будет. Как будто у нас кто? Так, по сути дела, ты можешь Эдквик изучить. Только, наверное, да, не на вот этой эволюции, а, наверное, на следующей. А Ликитунг. О, Ликитунг может. Офигеть. Языкастый чувак. Так, вот ты. Можешь. Вообще офигенно. А ты еще и Шайни, да, у нас? Это сюда, Крабби. Саблей. Саблея нету смысла там прокачивать, так как он Гост и Дарк. Он там вроде урона на Блиссе вообще наносить не будет, поэтому я, ребята, даже и не знаю. Ну, давайте еще 5 минут. До 5 минут пойдем на остров, или там на 3-4, и быстренько постараемся хотя бы прокачать. Кто у нас первый будет? Я не догоняю, если честно. Наверное, давайте попробуем Ликитунга прокачать. Ай. Ну. Вот так. Вот. Да ты ж. Вот так. И потопали. И вот так. Ну, за пару минут, 2-3 минуты, ребята, может, еще успеем хотя бы так уровней 10 накидать. Так, за эту команду нужно заплатить. Вот как будут схемы, да? За команду заплатить и все такое. Опа. Так. Ликитунг. Тебе бы не 50-ю Блиссе, не 44-ю, а хотя бы, ну... Так, не на того накинул, ну ладно. Нет, ты иди в жопу вообще. Ты что-то никакой. 44-я, 47-я, 53-я, 56-я. Охренеть, вы тут заспавнились. Ох. Долго это будет. В принципе, мы его вот так сможем убить, да, с 10 ударов, наверное, вряд ли. Но, хотя нет, может и сможем. Но если она сейчас нас усыпит или будет уворать... О! Вот, видите, последний удар, и она какая-то нереально сильная стала. А, ху! 15 тысяч опыта, хоть последний удар прошел. Ох, ребята, сколько опыта пошло. Сейчас, наверное... Смотрите, ребята, давайте так посчитаем. Блиссе какая там 40-й уровень было, да? Маткип у нас был первый уровень. Первый уровнем. Первым, во, да. Чё ты? Первым уровнем был. Какой он был? 17-й. За одну Блиссе нам дало 17 уровней, ребята. 17 уровней только... только как будто. Офигеть. 53-я, 56-я, 47-я. Ну, 49-я. Ну, давай тебя попробуем. О, да. Ну, в принципе, понятно, Ликитун там был какой? 25-м, сейчас уже где-то 31-й. Ну, 25-м нет, где-то 27-м, 28-м.
То есть уже немного больше урона наносит. 14 тысяч опыта. Ребята, за 2-3 минуты мы себе еще ни хрена так опыта прокачаем, если честно. Так. Как будто 20-й, ребята. Ух, 53-й Блисси. Я попытаюсь ее убить, но мне так кажется, что ударов у нас не хватит. Хотя, по идее, должно хватить. Если она, конечно, сейчас не будет уворачиваться или не усыпит нас. Отлично. 16 тысяч опыта. Офигеть. Так. Там видно, зараза возле нас опять так крутится, никак не угомонится. Опа. Эволюция, ребята. Ты еще и шайни. Давай. Вот смотрите, какая там мудачина розовая. Ну крутится, вертится. Туда-сюда, а. Так, отлично. Ух ты какой. Ариадос. Ну ладно, нападай, так уж и быть. Только я и так от тебя убегу, зараза. Так, о, Блисси. Ух, Ликитунг уже 39-й, ребята. То есть за эти 2-3 минуты, что мы сюда пошли, мы еще и нифиговенько так прокачаемся. Только вот эта Блисси какая-то жирная попалась. То есть мы тупо урона толком не наносим. И ударов, конечно, не хватит, если еще крит не полетет. Но вряд ли он будет. Поэтому, да, вот, кончились. А вот этим... Вот этим ты ничего не наносишь. О! Вот, еще более-менее такая нормальная атака, которая, я надеюсь, может добить. Да. Нормально. Так. Вот так. Как будто 24-й. Так, Блисси, ты еще большая. Точнее, большая. Вот как раз 33-я Блисси как раз нормально. На пару ударов. Да, нормально. Так, ну, 56-я Блисси. Ну, в принципе, мы тебя сможем убить, но... О, там шайни. Я только сейчас заметил. Ладно, ты хилишься, поэтому иди нафиг, Блисси. Кто там? А, Крабби. Крабби у нас уже есть. Шайни. Так. Так вот, Крабби у нас сейчас в команде, шайни. Прям сейчас в команде. Я что-то так... Так, и еще раз... Отлично. Опа, вот и Крабби, ребята, его летели. Там еще один. А, это наш шайни. Я такой смотрю на карту, нифига себе, было два шайни уже. Был один шайни, уже два шайни. Это наш шайни. На карте Крабби. Киндлер. Давай. Ты тоже золотым таким будешь, желтым. Ну, такой более, не знаю, поносный какой-то цвет. То есть... Не жоп, даже смотрите, вот тут, видите, вот тут слева в ячейке, где выбирать покемонов. Даже вот тут, видите, какой-то не желтый. Если Крабби казался каким-то желтым, то этот какой-то поносный, что ли. Зеленый такой какой-то. Ну ладно. Так, Ликитунг. Ты нам как раз сейчас. Ох, я хотел на 30-ю Блисси. Ух. Или. Нормально ты будешь наносить? Ну, более-менее, да. Так, ну, ребята, в этой серии мы уже 100% не прокачаем нашу команду, то есть уже сейчас заканчиваем. Но хотя бы смотрите, сколько мы уровней прокачали. Если взять вместе, то мы прокачали уже около 50 уровней, даже больше, ребята. Давайте Кабуту еще прокачаем к 30-му, то есть ему еще 3 уровня осталось, и на этом можно заканчивать. И, в принципе, Ликитунгу. Да харахилица, а, не будет такой уже заразой. В принципе, Ликитунгу тоже 3 уровня осталось к 50-му. Иди ты в жопу, а, хилы вот эти. О, на, розовенький против розовенького. Ликитунг же тоже такой. Розовый. Так. Так, давай. Не хилься, не уворачивайся. Ничего другого не делай, нам нужно быстро прокачиваться. Так. Давай. Что-то под конец ты как-то немного урона начал наносить. Вот, отлично.
Так. Вот. Еще два уровня. И Кабуто. Аликитунгу один уровень. Так. Отлично. Кабуто тоже еще один уровень, поэтому давайте прокачаем. Опа! Не шайни, а босс. Сейчас, может, еще успеем и босса убить. Да пофиг, пофиг, пофиг. И тебе пофиг. Давай быстро, да убеги ты. Вот, отлично. Босс, где? Вижу. Опа. Так, ху, нормально. Только не хилься, ну не будь ты такой заразой, а. Как я не люблю, когда они хилятся, а. У них бесконечно, что ли, хил? Я чуть не догоняю. Сколько она уже раз хилнулась? Все, угомонилась, нет? Походу, дело уже да. Нет, какие... То есть, ничего, тут за одну секунду хренакс, у нее фулл ХП. Я уже запарился, типа... Близ, слушай, ты, зараза! Бесконечный хил. Если в предыдущих версиях... В принципе, не в предыдущих версиях, наверное, и сейчас... О, опять вылечилась. Вот ты, зараза, а. Когда босс милтанк, тоже хрен его убьешь. С одного удара... не с одного удара. Иди ты в жопу, а. И еще самое хреновое, что я не могу убежать. То есть сейчас не сможем убежать и закончить эту серию до того, как мы ее не убьем, или она 57 уровень и убьет всех наших покемонов. Потому что у нее тупо бесконечный хил, все. Или не бесконечный, но все, ребята. Во, охренеть. Может, харе хилиться? Я сейчас тупо, ребята, закончу вот тут эту серию и просто-напросто через через Аль-4 выйду с игры, потому что она хрен убивает наших покемонов, она сутками их убивает. И мы бы ее убили, конечно, если бы она такой херней не страдала. Во. То есть там яд более-менее нормально. Да, вот яд нормально там урона наносит. Все, умрешь? Наконец-то! Охренеть, Блисси. Вот иди ты нафиг. Как будто, я сказал прокачать как будто 30 уровню, он 36 стал. Охренеть, это как? То есть, ну, наверное, весь опыт ему сейчас пошел, поэтому столько уровней дало. Ну, наверное. Ладно, ребята, на этом давайте мы закончим эту серию. В принципе, даже в этой серии мы успели прокачать практически половину команды. Не половину команды, а половину того уровня, что нужно команде. Потому что минимум у нас, кто сейчас есть, это 32 уровень, Ариадус, Шайни. Вот. Ну, ребята, давайте на этом закончим. Напишите в комментариях, как делать мюту, точнее... Какие блоки там нужно пихать, чтобы она заспанилась, а не заспанился Дито. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.